Вот гаражу, поставьте его. Ты что сказали? Я не буду сниматься. Да, ты спрашиваешь. Я сказал, не буду сниматься. Все, поверните его лицом сюда, в голову, поднимите ему. Страна должна знать своих героев. Давай нормально. Как здесь оказались? Случайно. За что задержаны? Не знаю. Ранее судимы? Нет. Отношение к машине похищенной имеете какое-то? Нет. Ребят, 51-я статья. Не буду ничего говорить. Оружие какое-то при вас было? Травматический был. Разрешение? Нету. Я спалю всю руку. Ты говори нормально. Я штаны спален. Где так взяли оружие? Все нормально. Говори. Не знаю. Нашел. Зарегистрированы где? Не знаю. Подумайте. У меня нету регистрации. Проживаете? Не знаю. Где придется. Бомжуете, что ли? Да. Что здесь в гараже находится? Не знаю. Да. Это не мой гараж. Ну что, вы пешком здесь в 2 часа ночи оказались? Да. Вам что сегодня сообщили? С утра разбудили вас, да? Да не с утра, в 2 часа ночи. Ага. Позвонили, сообщили, что нашли мою машину. Она у вас во дворе где-то стояла, да? Да, она во дворе возле дома, да. Ну, сначала что я думал, что вообще разыгрывают. Потом думал, что кто-то угнали машину и пытается таким образом получить выкуп за нее. Ну, оказалось, что просто нашли. Ну, тут я им, конечно, благодарен, как сказать, даже безгранично благодарен. Все очень удивили, конечно, очень приятно, что быстро. Будем надеяться, что в целости и сохранности все.